Роскошное, больше напоминающее восточный дворец, здание с большими круглыми окнами второго яруса – это вокзал Сиркеджи. До середины 20 века Сиркеджи был главным турецким окном в Европу. Строительство железной дороги в Стамбуле началось в 1870 году, а нынешний вокзал появился лишь через 20 лет. Сразу после своего открытия вокзал стал конечным пунктом знаменитого «Восточного экспресса». Этот поезд, поражавший современников своей роскошью, преодолевал расстояние от Парижа до Стамбула за 67 часов. Поезд был оформлен в стиле ар-деко. На нем путешествия в Стамбул совершали императоры и короли, кинозвезды и шпионы. Однако настоящую славу «Восточному экспрессу» принесла писательница Агата Кристи, посвятившая ему роман «Убийство в Восточном экспрессе». Писательница дважды ездила в Стамбул на поезде, причем вторая поездка прошла не без приключений. Сильное наводнение повредило пути, и поезд сутки простоял на небольшой станции. Рядом со зданием вокзала выставлен, как утверждают, первый паровоз, тянувший тот самый Восточный экспресс. Внутри вокзала располагается небольшой железнодорожный музей. Музей работает с 10 до 17, кроме воскресенья и понедельника. Вход бесплатный.